Боярь, добрый день. Мы продолжаем прохождение игры Medieval 2 Total War за Русь на максимальной сложности. И, в принципе, мы уже почти тут всю карту захватили. Ну, не почти, но тем не менее. Тем не менее, очень много. Большую часть карты-то уж точно. Так. Ага. Здесь можно нанять войска. Правда, немного. Ну и добьем мы тебя, хана такого. Тупого. Так, что здесь у нас? Хусейн благочестивый. Надо окружить эту сволочь со всех сторон. И просто забить его числом. Вот так мы сделаем. Даже более того, еще сюда войска подведем. Вот таким образом. В принципе, неплохо. Неплохо разгромили их. Но надо дальше выдвигаться. Дальше их убивать. Так, все-таки боюсь я нападать таким образом. То я знаю, что они потом учудят. А вот так уже можно. Вот так вот можно. Что мы тут стараемся сделать? Кого-то убить, да? Так, мы его отправили на кораблик. Понятненько. Да, я что-то с монголами не посмотрел, что там было. Ну, венецианцы, ну-с, что вы можете мне предложить? Свою капитуляцию? Правильно. Это очень правильно. Давайте. А вот теперь у тимуридов беспрепятственный проход к Тбилиси. Вообще не хотелось бы терять эту крепость, потому что это крепость, и я там могу войска делать хоть более-менее приличные. Не какое-то там ополчение. Хотя бы войска. Ладно. О, да, 66 лет. Вот это достойный жених. Молодой, самое главное. Опа, опа. Опа. Не получилось. Не получилось. Ну да ладно. Когда ж ты расширишься-то, а?
Так, ну, мы особо тут никого не разобьем, а вот здесь совсем другая история. Кто-то погиб. Ну ладно. Жаль его, конечно, но нам это уже не так важно, как это было раньше важно. Такс. Надо соединять войска. Я так понимаю. Да что ж такое, а? Все. Соединились как могли. Тут давайте новых солдат сделаем. Так. Каир. Поломали мне кое-что. Зачем же вы это, ребята, делаете? Давайте улучшенницы сделаем. Так, монгольский флот из себя ничего не представляет. Можно и задавить его. Опа, хорошо идем, хорошо. Так, с португальцами. Товарищ Шторм, выходите и сражайтесь. Назовите место, где мы вступим в бой. Пытаемся вас атаковать. В принципе, Тулузу с пушками я бы взял. Слова ничто. Выходите и сражайтесь. Ладно, посмотрим. Флоренция, Флоренция. Что у нас здесь? А здесь у нас завоеванная Вена. Спешу сообщить я вам радостное известие. И погибель Венеции у нас здесь. Так, а монголы? А монголы у нас тут. Тут монголы. Теперь каким образом мы их развалим? Мне нужен воин ночи. Вот он, воин ночи. Отлично. Так, если мы нападем сверху, то тогда будет участвовать в битве только два. Только две армии будут участвовать в битве.
максимально мы соберемся здесь. Так, пушку обязательно перенесем. Без пушечки никуда. Пушечка — это наш талисман. Что ж. Окей. Хорошечно выходит, хорошечно. Неплохо, а тут у нас что? Да? Ты так думаешь? А у меня же еще армия есть. Уже лучше. Вот это резня, вот это мясорубка, вот это я понимаю. Вот это война. Таки-таки, вот у нас здесь все известно теперь нам. Становится. Что ж. Две армии мне пока что не забороть. Но это пока что. Отлично. Новое подкрепление. Церковь, пожалуй, сделаем. Да, хотя. Вот городской совет, здесь стены. Более-менее прилично. Двести сорок восемь, 255. Что-то как-то мало уже стали. Стала торговля как-то плохо идти у нас. Наверное, это все из-за черной смерти. Так. Хотя можно эти войска уже сюда отправить, и там я сделаю кораблик один, и мы сделаем переправу небольшую. Главное, чтобы там Священная Римская империя, допустим, не пошла в крестовый поход. Плохо. А, более-менее нормально. Более-менее неплохо. Вот зачем я это сделал? Зачем? Кракове у нас здесь имеется артиллерия. Отдал португальцам город просто так, подарил.
Ну, откуда ни возьмись, конечно. Взялись португальцы. Отойдем. Ну, в Ереван еще завезли. Просто зашибись. Да чё за прикол? Ну, вы в абсолютном меньшинстве. Не умеют по-честному эти восточники, вообще никак не умеют. Все постоянно где-то тебя наколоть пытаются. Вот смотрите, сейчас. Ну да, типа. На, без комментариев, короче. Просто делаем свое дело. В любом случае они умирают, так или иначе. Так, что у нас тут? Ну да, конечно, у нас, конечно, возник из ниоткуда. Полководец. Может попытаться на Кордову напасть. Так, что у нас здесь? Давайте делать переход. Ага. Ну, войск у них много. Опа. А чё, пушки не хватит? Разве? Так, мы здесь осаду улучшим. Укрепим. Пушками укрепим всем, чем можно. Парижа, конница. Верхняя пехота. Опа. В принципе, можно в осаду и взять, но не буду пока. Лодки мне возьму в осаду. Так, ладно, понял. Тогда мы вот так возьмем в осаду. Так же можно? Можно. Вот так, превосходно. Скоро уже будут порты появляться, которые позволят мне в новый свет отправляться. Хотите отдать мне приказ? Я хочу тебя потопить, но не вышло, к сожалению. Ну что, сразимся? Хотите отдать мне приказ? О, даже часовенки нет. Что ж такое?
Ага, монголы, еще с ними я не воевал. Так. Ага. Ага. Так, ну, ага, на половинку. Нормально. Так, отлично. Нет, нам нужна конница. А если без ракет, то мы вас догоним. Все, разбил я монголов, в принципе. Еще чуть-чуть. И от них точно ничего не останется. А вот с тимуридами посложнее. Они и посильнее, у них орудия на слонах. И в принципе слоны. Не знаю. Тяжко, тяжко мне. Старуху надо сжечь. Сожгли. Молодцы. Так. Флоренция. Ее надо захватить. Самые лучшие войска собираем для нашего полководца, чтобы выступить на Флоренцию. И еще плюс у нас будет подкрепление. Притом довольно-таки серьезное, большое подкрепление. Все, Италия тоже будет нашей. Пиренейский вот полуостров, разве что. Пока что не покорен нам. Да и здесь, возможно, мы тоже облажаемся. Не знаю. Надеюсь, нет. Так, ну ладно. Вроде все. У тимуридов появились силы, я смотрю. Еще 5,5 армий примерно у них. Но у меня бесконечное количество армий. Гонишь, что ли? Вот как это было. Я не знаю. Во всяком случае, мне нужны еще войска, это я точно. Вот это я точно знаю.
Так, что там с монголами? Давайте еще один конный отряд отправим сюда. И зарубами его зарубим. Эх, не достаю. Так. Так. Да ты как живой-то, а? Наконец-то мы его порешали. Ребят, вы долго? Долго еще бегать тут будете? Хорош, там было мало процентов. Так. Развитие, развиваемся. Тихонечку. Что тут у нас? А тут у нас папская армия. Опа. А вот так. А вот так он все равно опасен. Его зарубили. Так, но я не потерял там войска хотя бы. На этом спасибо. И на этом спасибо. Так, давайте вот это что ли построим. Конных отрядов наделаем. Так. Неужели Инсбруку хана наконец-то пришла? А, да. Да-да-да. У меня ж там нету пехоты. Что тут у нас португальцы пытаются мешать мне, да? Ну, помешай мне. Ёб твою мать! Ладно, у меня уж бесконечные войска. Я уже не так сильно обижаюсь на вас. Читеров. Эх, Антуан, Антуан. Так, шо у нас здесь? Потихоньку обходим. Не понимаю, почему так трудно они продвигаются там. Ну, вообще, это горы. Тем не менее. Так, вот так, так. И
Здорово, братан. Что тут у нас? Ну, они уже прочухали, что я к Кордову шел. Да? О, эти уже в крестовый поход там идут. Маленькой-маленькой армии почему-то. Рыночек повешает. Что тут у нас в Москве? Все спокойно. Где разбойники? Ну вот они, в принципе. Так, ой, в Каире что-то недовольство. 92, 80, 88, 99. Распространил я нашу веру на них. Я хорош. Ладно, друзья, на этом эта серия закончилась. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео. Всем удачи, до новых встреч!